сделано в Вятке. Добрый день, в эфире наша историческая программа «Сделано в Вятке», где мы затрагиваем те или иные исторические аспекты Кирова, Кировской области, Вятки. Вот все это называем одним таким душевным, объемным словом «Вятка», да, «Сделано в Вятке». И снова мы сегодня в студии с Евгением Петуниным, это историк, краевед, руководитель Музея наук Вятского госуниверситета. Евгений Альбертович, добрый день. Здравствуйте всем. Немножко с печальной нотки хочу начать. Я думаю, что стоит, наверное, да, выразить соболезнования родным и близким известного кировского историка, краеведа Александра Львовича Рожковского, который недавно ушел из жизни. Вчера хоронили, да. Буквально. Угу. Очень внезапно и печально. Много раз с ним встречались, были вместе в клубе «Летописец» при Госархиве, в эфире. Неоднократно вместе выступали. Вот так уходит эпоха. И сейчас личности такого масштаба, ну, я не знаю, наверное, не скоро появится. Ну, довольно солидное наследие оставил, да, ведь Александр Львович, насколько я надо все это, понимаю. Конечно, и в интернете очень много материалов. Систематизировать, да. И у него и блог есть, и исследования. Я думаю, что, может быть, что-то и выйдет посмертно. Еще раз, да, приносим соболезнования родным и близким Александра Львовича. Итак, сегодняшняя тема наша, ну, такая мужская. У нас как-то по традиции уже сложилось, наверное, больше на мужчин. Мы ориентируемся, хотя не знаю. Мы сегодня будем говорить о технике. О технике очень известной и популярной в свое время. Конкретная дата в этом году есть 60-летие с начала выпуска в Советском Союзе мотороллеров. Да. Знаменитые мотороллеры «Вятка». И буквально в конце июля, месяц назад, в Вятских Полянах состоялось мероприятие. В начале августа. А, в начале августа. Ну, практически месяц назад состоялось мероприятие, посвященное этому, этой годовщине, круглой дате. И вы непосредственно принимали участие в данном действии в Вятских Полянах. Расскажите, что это было, кто собрался. А затем мы, собственно, уже к истории перейдем мототехники. Вот, к сожалению, мотороллер «Вят» — это такой известнейший бренд, и не только Вятских Полян, не только Ировской области, а, пожалуй, ну, всей не России, тогда СССР, всего СССР. Это уникальный мотороллер, и вот юбилей. Правда считается, что Вятские Поляны и Тула были основными, Тула, городами, да, основными были городами, где, собственно, началось вот производство этого транспорта. Ну, мы к этому подойдем. Да. И вот нынче 60-летие состоялось, и очень странно, что никто не вспомнил ни на заводе, ни в области, ни в правительстве, что юбилей вот такого бренда можно было все это обставить, все это провести гораздо масштабнее. Единственное, кто спохватился, это представители сайта «Советские мотороллеры». Ну, это не только сайт, это такое сообщество, любителей такой техники. Любителей, да. Мотороллеров, любых мотороллеров советских. Вот. И в честь этого был организован мотопробег. Собрались энтузиасты на «Вятках», ну, известных, там, «Пузатая Вятка», вот это первый выпуск. Капитан команды Алексей Минц, он ехал аж из Мариуполя на «Вятки». Сколько это он, получается? 2500 В одну сторону, 2500. Да, вот он ехал на «Вятки», проехал. На «Вятке», на мотороллере «Вятка», который максимум 50-55 километров в час бежит. Аппарату, ну, 60 лет, плюс-минус там сколько-то лет. И вот, тем не менее, он на «Вятке». А там все родное, как это говорится, или что? Практически, заменены, да, какие-то, ну, узлы, агрегаты, двигатели? Там не заменить, там все настолько уникально, что уже ничего не подойдет. Вот. И были и же энтузиасты с сайта, были представители из Ульяновска. И тоже своим ходом добирались. На мотороллере из Казани. Они все приехали. Самое интересное, что автобус техподдержки был с номерами ДНР. Ага. Тоже издалека. Ну, в принципе, ничего. Вот их объединяет одно, вот эта страсть к мотороллерам, и поэтому все было довольно органично. Вся вот эта команда встретилась в Казани. К ним присоединился еще Альберт на мотороллере «Тула». Но, тем не менее, Альберт из Казани. Из Казани. И активист такой тоже. Вот оттуда уже была финишная часть мотопробега, они отправились в Вятские Поляны. На родину непосредственно пришлось ехать мне, и был еще представитель из Ирова, это очень интересный человек, Евгений Этаев, он бывший директор троллейбусного управления, который получал гран-при на сайте «Советские мотороллеры» за
реставрацию, за великолепную реставрацию, отличную профессиональную реставрацию мотороллеров «Электрон» и «Тула-200». Это первый мотороллер. Вот. Вы-то как до Вятских полян добирались? Я не рискнул. Я бы мог поехать на мотороллере. Не на мотороллере. Но я подумал, что у меня нет сейчас пузатой «Вятки». Вот, к сожалению, лишился по определенным обстоятельствам. Но это к делу не относится. У меня мотороллер «Электрон» с пробегом 73 километра. Ну, я вот думал, что в начале погоды хорошо поеду, но... А потом вот представьте, а если бы я поломался один без техподдержки, поломался бы где-нибудь между Уржумом и Малмыжем, где до ближайшего жилья там километров 20, вот, и куда бы я... Ну, может, поменьше, но, в принципе, да, соответствует действительности. Ну, есть деревень малый, вот куда бы я... Киров-Вятский полян, 360 километров. Стал бы по обочине толкать или вызывать техпомощь. Ну, вот что-то... А сейчас даже жалею, что это было бы очень романтично, если бы я рванул. Это в жизни, наверное... Единственный раз бы пришлось, если будет 70-летие мотороллера, то это уже в 70 лет, но может быть и риск. Ну, а почему нет? Или там на 60. Буду готовиться заранее. Дай бог доживем, надеемся. Вот приехали, конечно, мы все эти поляны на уши поставили. Были представители 4 музеев. Я музей Авиационного госуниверситета. Потом моя дочь представитель исторического музея. Выцепили, несмотря на выходной день, представителя музея завода. Открыли этот музей. И музей Вятско-Полянского машиностроительного имею в виду. Молота, и музей Шпагина. Поэтому вот все без хлеба и соли, но встречали этот мотопробег. Они задержались, они блуждали где-то по полянам. Но у них были приключения, конечно, и в дороге. Все это описано очень хорошо с фотографиями на сайте «Советские мотороллеры». Кто желает, может посмотреть. Вот в итоге приехал еще очень интересный человек по фамилии Линок. Это начальник отдела пропаганды и агитации местного ГИБДД. Вот с его помощью, с сиренами, с мигалками мы устроили автопробег по полянам. На нас обратили все внимание. Поехали в музей. Посмотрели они музей завода «Молот», вручили свое знамя сайта, поехали в музей исторический, были в музее Шпагина, и в итоге все даже постреляли, и даже я постреляли из автомата ППШ в тире. Правда, автоматы лазерные, но тем не менее. Вот. И что интересно... Вес и, собственно, мощь оружия можно ощутить, он несмотря на это. Просто стреляет не пулями, а, видимо... Сколько всего мотороллеров-то собралось на этот праздник? Было где-то 5 мотороллеров, поддержка, и местные потом приезжали. Вот самое интересное, что музей Шпагина находится на такой улице, которая ведет к пляжу. Был жаркий день, там 34, потом 36 градусов. И народ там то на прицепе катера везет, а то просто едет и идет. Все останавливали, все смотрели, все говорили, вот у меня, у деда, у меня сейчас. Приятные чувства, воспоминания вызвало мероприятие. Уже, наверное, лет за 70 ему было, из местных. Он, да у меня 6, а я ничего не знал. Конечно, вот плохо, что не предупредили, потому что в полянах есть разные виды мотороллеров, и грузовые, даже самосвал. Вариант. Муравьи так называемые? Нет, муравьи – это тульс и мотороллер, а это вят. И устроили большой парад, но вот один этот дед, это уже вечер, когда официальные мероприятия завершились, и мы поехали на берег Вятки, разбили там палаточный город, вот там как бы было общение уже под вечер, и вот дед из местных всегда и рискнул, примчался на своем великолепном мотороллере, это было зрелище, вот действительно вот эта техника, которая родилась, ну, вскоре, может быть, после войны в Италии, вот дизайн такой... Уже плавно переходим, собственно, к истории. Он до сих пор не устарел, до сих пор он вызывает, по крайней мере, улыб, и на него оглядывается. То есть человек может ехать на какой угодно навороченной «Хонде», там, на мотоцикле, на каком угодно скутере. Ну, на него всего насмотрелись туда-сюда, когда на этой великолепной, замечательной «Вятке» 60-летней всегда оглядываются, аплодируют, машут руками. И вот все-таки не было забыто мероприятие, что у нас в области, этим надо гордиться, наверное, это надо не забывать, что все-таки юбилей мотороллера был отмечен. Вот, а сейчас, наверное, в историю что, уже что за юбилей, откуда он взялся, и почему все это так и почему получилось? С Италией непосредственная связь существует. Обо всем об этом поговорим. Поностальгируем.
Давайте. Да, предадимся приятным воспоминаниям. Вот, ой, вот раньше, я помню, год 72-73, эти мотороллеры уже не выпускались, они проходили стадию хлама, они были сильно уезжены, и вот я жил на Октябрьском проспекте, это дома 86-88, и однажды... Сельхозакадемия. После... Да. После где-то школы, на каникулах мы во дворе скинулись кто по рублю, кто по 50 копеек, кто по сколько, и купили за 5 рублей вот, человека, вот мотороллер «Вят» у безнумеров. За 5 рублей? Да, и он стоял у нас во дворе, никто его никуда не угонял, и мы, помню, всем двором пацанами толкали, пихали его с разбил, он заводился только с толкача, вот мы гоняли по двору, он едва тянул, дымил, что-то туда заливали, вот пытались ремонтировать, но ремонтировали не очень, видимо, успешно, но, тем не менее, это был первый опыт, я, может быть, вообще на, не считая велосипеда, на первом механическом средстве я проехался вот по двору на этом голубом с красной антовкой на крыле мотороллере «Вят». Вот с той поры, конечно, я их помню отлично, сколько их было. Так что вот тогда дворы были заполнены не машинами, но даже не заполнены, а просто стояли мотоциклы, мотороллеры под окнами в 60-е годы. Никто, в общем-то, не вреда не причинял. И вот во дворе было несколько подобных мотороллеров. Потом они стали заменяться на другие модификации. Ну, вот от, ну давайте все-таки, откуда все взялось. После, да, да. Да, после войны, может быть, вся эта история начиналась в Италии. Промышленность Италии работала на войну. Было много оборонных заводов. И вот был, ну, как и промышленность многих других стран, собственно, вовлеченных в конфликт. Энтони Пьяджи, он был владельцем авиационного завода. У него 44-й год, представьте, вот война заканчивалась, бедное население, нищие. На заводе скопилось великое множество маленьких моторчиков, которыми запускали авиационные двигатели на самолетах. То есть не все, видимо, пускачи от винта и, да, и вертели пропеллер, а более это совершенные машины заводились от этого. И вот этот Пьяджи, он задумался и решил быть, вот, ну, надо же после войны жизнь налаживать, 44-й год, вот, надо что-то делать, и поэтому решил, а мотороллеры уже были, но еще ульта не было, хотя в большей части были и в Англии, и в Америке мотороллеры, это были нелепые машины, часто сваренные из труб, обшитые прямыми листами железа. С точки зрения дизайна они, конечно, не представляли интереса. Слушай, об аэродинамике речи не идет? Нет, года. Нет, это табуретка с рулем такая была, и все. И вот тут поначалу сделали одну модель машины, но она тоже оказалась неудачной. В общем-то, какой-то в ней харизмы не было. И потом, видимо, когда пригласил Пьяджи дизайнеров, просто нарисовали сидящего человека в кресле в удобной позе, а вокруг него уже потом пририсовали мотороллер. И вот создали колеса, первую машину. И когда заказчик пришел, он воскликнул: «О, прекрасно, это настоящая оса, действительно, это был Астон Италии, вот с этими такими крыльями, осиное брюшко, вот такой мотороллер, очень красивый получился в Италии, который моментально завоевал популярность». И назвали его? Веспа, оса, оса по-итальянски. Есть масса фотографий, вот я вчера в интернете листал, где даже Бриджит Бардо на этом мотороллере сидит. Римские каникулы. Масса красивых итальянок, да, там в узких юбках на мотороллере. Роллер, да, они и сейчас есть. Вот. И образовалась вторая фирма, конкурирующая, Ламбретто в Италии. Вот было два мотороллера. На мой взгляд, Ламбретто, она и не уступает вообще вот в Италии, видимо, толк в мотороллерах, да и в мотоциклах, да и отчасти и в машинах знали. Вот тем временем начали производить, потому что везде народ был в Европе бедный, бензин был дорогой, уровень жизни невысокий, и понятное дело, что машины были недоступны, поэтому делали либо очень маленькие машины, и вот вспомните фильм «Фантомас», когда еще в 60-е годы французы ездили на малюсеньких, сейчас бы назвали микролитражки, а тогда вот мотороллеры, климат теплый. Да, конечно. Позволяли природные условия, как мотороллер комфортный. Не закрывать полностью. Вот. Начали производить всюду, в том числе и в Германии. Туда вернемся. Но, опять же, нашим итальянцам. Вот.
Конечно, Россия, СССР в ту пору в целом чуть-чуть шли с задержкой, отставали, но настали те же времена, те же условия, что оборонные заводы надо было это переводить на мирные рельсы. Гражданскую продукцию выпускать. Вот знаете, первая послевоенная продукция завода «Молот». Знаете, что было это? Не поверите. Кухонный утварь? Они делали автоматы ППШ, вот из которых мы стреляли. А первая мирная была продукция. Это взяли диск, вот магазин, куда патроны вставляются. Он на две половинки. Заварили в центре круг, приделали ручку, и получился овши. И вот они делали после войны из этих автоматов ППШ овши. И, ну, это все утварь, было, да, для, было несерьезно. Для возвращаться к патефонам, которые производили до войны, тоже, в принципе, было не солидно. Уже мощности были довольно хорошо разработаны под это оборонные, военные цели. Но и, тем не менее, может, и не от самих полянцев инициатива исходила, решением тогда совнаркома, совнархоза. Конечно, плановая экономика все-таки спускалась сверху. Да, было принято, возможно, в 1955 году решение о производстве мотороллеров. Ну, сами представляете, железный занавес, делать что, купить лицензию, это, в принципе, не практиковалось. Поэтому вот на завод Вятской Поляны в 1955 году были привезены два мотороллера, «Ламбретто» и «Веспа». Оба итальянцы. Вятские, жители Вятских Полян начали их подробно изучать. Что это такое? Да, с чего это сделано? В принципе, почему-то все склонились в пользу «Ламбретты». Может быть, и да, но не знаю, вот какая-то лаборатория в городе Серпухов, да и вообще в Москве, вдруг переметнулись на сторону «Веспы». Ну, что, в принципе, может быть, я не знаю. Конструктивно попроще была «Веспа» или как? Или да, они примерно все-таки были на одном уровне, просто поуже была, она больше походила на современную, вот уже на более поздние модели, типа «Электрон». Вот, эти. И поэтому было принято решение производить мотороллеры, срочно переоборудовали, никто же ничего не умел, надо было штамповать крылья, кузов из железа, надо было двигатель запускать, но все это быстро освоили, и вот в 1957 году, 60 лет назад, вышли первые мотороллеры, они получились тяжелее, если вес был 111 килограмм «Веспы», то у «Вятки» получился 118. Двигатель получился поменьше мощностью, по разным причинам. Карбюратор тоже был не совсем удачный. Вот. И единственное, что учли, что у нас все-таки рано темнеет, и дороги не очень ровные, то сделали фару большую, освещение, побольше фара, чем на «Веспе». И спидометр был, раз были стандартные спидометры, круглой формы, а на «Веспе» был, вот кто помнит, мотоцикл «Ява», вот такой же продолговатый, трапециевидной формы спидометр. Вот запустили «Вятку». Конечно, была рекламная кампания, очень интересные. Кстати, журналы. Кстати, назвали-то почему «Вяткой»? Вопрос «Вятка» изучен. «Вятка», ну, какие еще возможные варианты были? Это, бренд был «Веспа» и «Вятка». К тому же, вот такой же логотипчик красивый у меня дома, кстати, лежит оригинальный шильдик. Вот он очень похож, он также наискосок был спереди на щитке «Вятки». И получился очень харизматичный мотороллер. Была реклама в журнале «За рулем», тогда единственное автомобильное издание. И вот цена его была где-то 200 с чем-то рублей. То есть это было очень доступно, потому что «Минс» и мотоцикл, который больше был для сельской местности, он стоил уже за 350. К примеру, мопед стоил, двухскоростной мопед, рублей 200, там попроще 180. В общем, и ценовая категория была хорошая, да и полюбили. Во-первых, по грязи, вот там я вчера смотрел «Очевидцы», в деревне я на танцы приезжал, я там чистень, и я там без сапог, я там на мотороллере «Вят», а другие там парни на мотоциклах приедут, все в сапогах, там, ну, по деревенским. Единственный минус у него был то, что он мог ходить только по асфальту, а чуть дорога была похуже, конечно, ездить было проблематично, руль вырывался. Вот. Но, тем не менее, спрос был бешен. Поэтому вот так сразу «Вятка» стала пользоваться? Да. Приобрела народную любовь и начала расходиться? Конечно, она же и в фильмах во многих... Причем не только на территории Кировской области. Просто это было очень оригинально. Нет, по всему Союзу сразу же разбирали. Почему-то вот от Мурманска до Алматы эти мотороллеры продавались всюду-всюду. Ну, не знаю, в Мурманске сколько там, если 9 месяцев зима, остальное лето, это меньше. То-то, да, ну, может, они по сугробам ездили. В общем, завод-то был загружен.
да, выпуском мотороллера. Ну, там они делали прицепы мотороллером. Там. Вот, и, кстати, начались модификации, сразу же начались эксперименты. В честь изобретателям и рационализаторам Вяткана, сама Вятка, она модернизировалась, постоянно менялся карбюратор, увеличивалась мощность, но были уникальные мотороллеры. Например, мотороллер-самосвал, такой мини-самосвальчик. Угу. Вот то, что представляют муравей, вот была грузовая Вятка. Она была поменьше, вот и где-то, говорят, в полянах еще один живой ходит. Были мини-цистерны, то есть продавали пиво и квас из цистерны, а вот на мотороллере. Были, это еще на моем веку были почтовые мотороллеры с надписью «Почта». Были просто грузовые. Вот много магазинчиков, фрукты, овощи в СССР, они просто пользовались услугами. Наверное, в штате был мотороллерист, называлось. Профессия, я даже в газете помню объявление, в магазин требуется мотороллерист. Вот, хорошая работа, летом я пошел на мотороллер. Если погода хорошая, у нас делали там кабины, вот возили, чтобы зимой ездить. Ну, летом-то хорошо, а зимой, наверное, не очень. Но вот было и такое. Потом в музее завода сохранился вообще очень интересный мотороллер. Делали 50 экземпляров для ВДНХ возить туристов по ВДНХ, то есть спереди вместо одного колеса было два, между ними такой мягкий диванчик, вот там сидели двое человек. Так это же такой квадроцикл, сзади, уже такой сзади типа рикши, типа моторикши, такой вот, а спереди люди, а сзади вот он в музее есть, это тоже фотографии, можно посмотреть. Это, видимо, спецзаказ был, да, на Вятка-Палянском машиностроительном? Да, конечно, всюду. Вот. А в Кирове где непосредственно можно было купить? Спорттовары они стояли, помню. На Октябрьском? Ну, вот Вят, и я уже как бы довольно смутно помню, чтобы продавались. Они в эмиссионном магазине продавались, который был... Где находился? Вначале на углу Азина и Арламарса, потом на углу Пролетарской Арламарса, потом этот же эмиссионный... Кстати, туда в школе ходили на экскурсию, потому что там было столь всего и по радио, и прием электрогитары, мотоциклы, мотороллеры, в том числе и антикварные, как вы сейчас сказали. Потом его напротив, за ТЮЗом там на Московской, потом напротив ТЮЗа, где сейчас там лавка «Ностальжи». Потом его на известнейшее место, это угол Ленина и Милицейской, вот там последние мотоциклы продавались, а сейчас он на Пролетарской улице, вот этот легендарный эмиссионный, и там эти мотороллеры продавали. Была очередь, была некая запись? Не было. Или все в свободном доступе? А потом уже следующий выпуск, это мотороллер, которому не придумали название, он тоже Вятка, но если Вятка первая называлась просто ВП-150. Вятские поляны 150, да. Вятские поляны. 150 кубических сантиметров. Следующий ВП-150М. Это уже мотороллер, уже как бы не пузатый, вот был он такой плоский, были они веселенькие, и зеленые, оранжевые, синенькие. И вот эти-то мотороллеры, они стояли, они в спорттоварах штабелями стояли, в обрешетке или просто уже собраны. Даже в ЦУМе был такой отдельчик, такой маленький. Заходишь, и мотороллеры, вот они почему-то, да, в деревянных решетках они стоим, а вот на попа эти стояли ящики. И вот в школе приходишь такой пятиклассник и думаешь, вот вырос, ну хочу. Ну вот детворе-то как раз, да, ученикам-то как раз в первую очередь больше всего и хотелось, да, приобрести. Я не знаю сейчас, вот были ли такие темы там о скутерах, что вот такой-то там Honda там лучше, чем Судзу, или какой-то, ну тогда все знали преимущество, что... Какой лучше? Ну, конечно, мотоциклы – это другая ступень. Регистрировать нужно было мотороллер, права мотороллеры, получать? Какие требования предъявлялись? Вот я помню, когда купил, то получал уже белые номера. Белые номера – это... Ну, сначала уже, были темные изначально. Да, это было позднее. Белые буквы на черном фоне, выпускали, затем наоборот. Вот, новый мотороллер начали выпускать в 1966 году. Это была полностью разработка завода Вятских полян. 1966 год выпускали обе модели, вот пузатую Вятку и новый ВП-150М параллельно. А с 67-го года, это вот я уже в третьем классе, пошла уже новая модель. Кто-то ее ругает, кто-то ее хвалит. Но она, может быть, не имела такой харизмы, но, в принципе, по асфальту она шла хорошо, да и по бездорожью уже лучше, было проще управлять. Она была сбалансированной, то есть у Вятки был еще у старой минус, когда бак полный, она идет ровно. Когда бак опустел, он же в стороне, то двигатель начинал слегка перевешивать. На скорости это не чувствовалось, а вот где-то медленно ехать, это да. Или там по разбитой дороге. Вот, и постепенно начали терять спрос. А потом уже выпустили в 1974 году мотороллер «Электрон». Этот был тоже знаменитый, легендарный. Опередили П-150
почти опередили тоже Вятскополянский. Японию. То есть завод, да? Вятскополян, да, да. Ушло название Вятка, просто назвали электрон с электронным безантрактным зажиганием. Угу. Вот такой мотороллер мне удалось купить. Тогда уже спрос падал, эти мотороллеры стоили вначале 380 рублей, потом их уценили до 260. Вот. Но к тому времени уже и мототехника начала на полную мощность работать. Ижевск и завод в деревнях все-таки предпочитали мотоцикл, Аляску, чтобы сено возить, угу, чтобы свинью там в Аляске или тещу. Ну, прелести сельской жизни. Кому чего. Ну, стали доступнее, жизнь стала, видимо, более насыщенной. И, видимо, в сельской местности люди стали зарабатывать побольше. Вот. Тогда спрос стал падать. Тогда уже приняли меры. И это в том числе убрали техосмотр. Мотороллеры не подлежали техосмотру. А, то есть как-то все-таки пытались стимулировать спрос, да? Тогда можно было, да, без шлема ездить до середины 70-х. А техосмотр – это вот не то, что сейчас, а в СССР это был полный кошмар. То есть вот я помню, где-то у нас на улице, к примеру, Хлебозаводской выстраивались в СССР мотоциклы, автомобили, москвичи, жигули. Вот если, к примеру, почти от улицы Воровского и до Московской это была очередь, еще и загибалась. Вот. Ну, Хлебозаводской? Да-да-да. То вот есть вот это почему-то там. Целые несколько кварталов? Вот да, та, вот. Почему-то там был, и везде в ГИБДД были огромные. И поэтому пройти техосмотр в СССР – это был огромный геморрой. То есть могли, не было особых нормативов, просто инспектор мог придраться. Вот, а тут у тебя краска поцарапана, а тут у тебя резина. Ну, вот, по-любому. А бывало, инспектор наверняка еще не совсем понимал, что там надо, да, смотреть. Ну, мотороллеры освободили, и они все равно. Вот, парни помоложе, они все-таки хотели что-то такое более мобильное. Мотоцикл «Минск», который звали гонять, а мотороллер – это уже там степенно передвигаться. Вот девушки в юбках могли, чтобы там комфорт уже не удивлял никого. И вот поэтому уже 79-му году пилась масса мотороллеров на складе, и в 79-м вообще снялись с производства. Давайте мы к этому уже перейдем после небольшой рекламы. Да. Сделайте небольшую паузу, нам нужно скоро продолжим. Сделано в Вятке. 60-летию со дня выпуска, начала выпуска мотороллеров в Советском Союзе посвящается сегодняшняя программа, сделанная в Вятке ровно 60 лет назад. Да, действительно. Вот мой ровесник, почти я отстал на 7 месяцев. Да, знаменитые мотороллеры Вятка начали выпускаться. Я сейчас задал вопрос Евгению Альбертовичу Петунину, историку-краеведу, руководителю Музея наук Вятского университета. Просто наук, просто музей. А предъявляли нам итальянцы какие-то претензии впоследствии, что мы у них слезали, просто языком выражаясь. И предъявляли, любой бы человек возмутился, если бы там что-то, вот представьте, кто-то бы назвал бы эхо бы вторую радиостанцию, вы бы тоже возмутились. Uh-huh. Но на фоне государственном не было, потому что в 60-е в конце шло такое сближение Италии, все, да, под конец войны союзники оказались, хоть там отвоевали. Потом вот строили завод в Тольятти, было сотрудничество, это уже в 60-е начали разрабатывать. Центр автомобильной модель, промышленности. Модель АвтоВАЗа, ну зачем было там? И Италии портить отношения у нас, это уже было при Хрущеве, железный занавес, все такое, в общем, это не предъявляли, ни немцы не предъявляли, Туле, ни мы. В Туле тоже делали мотороллер, Тула, угу. Т-200, это был мотороллер Гогго немецкий, и он, конечно, был побольше, потяжелее. С широкими колесами. Харизматичная вот машина, он был более люксовый, заводился с диностартера, угу, то есть ключом. Но с точки зрения дизайна он, конечно, это и легкий, воздушный вят, и он уступал. Но есть и сейчас ездят и любят эти мотороллеры. Вот. Итак, мы остановились ближе уже к началу 80-х, да, когда спрос, динамика была не только спрос постепенно уже угасание интереса к мотороллеру не только в СССР, там, в целом и в России, но и в целом мире уровень благосостояния он как бы повышался. И в странах, вот если даже вспомнить битловские времена, это 60-е годы, тогда и молодежные это группировки ездили, были-то и они гоняли на мотоциклах, там слушали Rolling Stones и ходили в кожаных куртках, а были модды. То есть это модс, они вот ездили на мотороллерах.
слушали Битлз и ходили уже в костюмах, такие более были люди... интеллигентного, скажем, вида, да, такого, да, более. Ближе к хипстерам нашим, вот, если сейчас сравнивать. Но английские мотороллеры, они, конечно, значительно уступали. Вот я посмотрел в книге, это были просто угловатые табуретки без всякого уступали дизайна. Наши, то есть вот эти советской моды, тоже. Они были и помощнее, там, и даже 100-сильные. И это, но вот там эти моды, там 10 фар на них вешали, там еще что-то всячески тюнинговали, но это было не то. Вот сюда и лучше ничего не придумали. Но, тем не менее, вот и на Западе, и всюду уже пересаживались на машины, на большие мощные мотоциклы. И поэтому эти мотороллеры стали залеживаться в магазинах. Последний я уже нашел в году 85-м. Я приехал куда-то в командировку, в Нему, и зашел в спорттовар. Это был деревянный магазин, и там весь в пыли, в паутине. Аж в 85-м году этот не распакованный. Есть у меня ощущение, что этот магазин до сих пор существует. В Неме? В Неме, да. Может, и мотороллер стоит. Может, и мотороллер стоит, да кто его знает. Ну вот, а поэтому к 79-му году скопилась масса мотороллеров на складе завода. Это вот можно было, несмотря на рекламу, вот к тому времени и в журнале-то автомобильном «За рулем», там, что мотороллер – это хорошо, ура, ура, но люди уже не удивлялись, уже не было. Вот, ну, все-таки сравнить 57-й год и 20 лет. Ну, конечно, да. Жизнь менялась. Поколение уже. И поэтому было огромное наводнение в 79-м году, паводок вятый. И вот эти мотороллеры, они все утонули прямо на складе. И... То есть склад находился на берегу? Не совсем на берегу. Но так или иначе паводком его накрыло. В таком нижнем месте, низком месте был. И они все утонули, эти готовые мотороллеры. Их поэтому продавали по 75 рублей. О, это утопленники, утопленники. Как сейчас принято и говорить. Вот, да? И вот таким образом я это под осень приехал. У меня родственники были в городе Соснов, это под Полянами, под Вятскими Полянами. Я заехал, и я купил, думаю, буду кататься тут, вроде, в гости приезжаю на мотороллере. Я купил, я поехал в это спорттовар, я оформил эти документы, чтобы там можно было на учет поставить. Я съехал на паром, переплыл на пароме Вятку, я впервые вот на этом, на мотороллере поехал в Соснов, это километров 15, но я получил такое удовольствие, я потом гонял там по всем асфальтовым, где находил дороги, хотя их там не густо было, в Соснов, и вот поэтому я захотел этот мотороллер, сюда мне его переправили в Иров, я багажом его получил. Вот, у меня еще и прав-то не было мотоциклетных, но тем не менее я зарегистрировал. Я до сих пор плачу за него 12 рублей в год. Да ладно? Да. До сих пор не снят с учета? Не снят с учета, хотя его уже нету, но есть другой электрон. Вот я исправно плачу 12 рублей в год. Но, конечно, он, ну, может, я тогда меньше разбирался, но он ломался, он был уже настолько ненадежен, что я каждую поездку я не был уверен, вернусь ли я на нем или там на чем-то. Но, другом. Несмотря на все это, вы с какой улыбкой, с какими чувствами вы об этом вспоминаете и рассказываете? Он такой голубенький был, приятный такой, да, и все мы были молоды, веселы и спортивны. А особенно срезала шпон у намаховика, вот я поэтому, мне отец сделал на заводе, я целый спичечный рабок этих шпонок возил, а если срезало, то снять все это, бог ты мой, это надо было где-то в самом неподходящем месте, на обочине. Потом я уже научился притер специальной пастой с помощью... Так, там... Для тех, кто не в курсе, если срезала шпонку, мотороллер не поедет. Да-да-да, ну, вот это и уже детали. Но, тем не менее, вот я думаю, кто на них ездил, кто знаком с этой техникой, то полюбили на всю жизнь. А сейчас вот даже моему удивлению дети не знают. Сижу я в гараже, и выкатил я вот свой электрон на улицу, там, проветрить, думаю, заведу сейчас, и парни идут, ну, может, лет там 12-13, и они, о, скутер, скутер, это чей, это у вас, ой, итальянский, я, нет, нет, это вот наш, российский, и это делали Вятских Полян, да ну не может, я да ладно, вот читаю, написано, они, да? Электрон, все там, они, да, точно, ой, были, а мы не знали, то есть... Уже вот, ну, не все, конечно, большинство-то понимает, Вятку любой сейчас вот увидит, а любой скажет, хотя там путают Волгу и Победу зачастую, и Москвич туда же приписывают, а мотороллер узнают все настолько, вот он. И единственное... Я могу предполагать, простите, их, в общем-то, довольно немало сохранилось где-то вот именно в сельской местности, где-то в гаражах.
Я бы просто не сказал. Просто путешествие по области, и там, я, когда я езжу в гости с семьей к своим родственникам, я слышу где-то там, что есть. Вот, где-то там, возможно, я бы не сказал. Пылится. Вот у меня было целых две вятки, и причем в хорошем состоянии, но благодаря, может быть, не очень хорошим людям, я, в принципе, вот лишился внезапно этих мотороллеров, и сейчас все пытаюсь восстановить. Вот недавно на Авито выставили в Ирове за 15 тысяч. Ну, это вот дороговато, конечно, показалось для меня. Думаю, подарят мне на юбилей. У меня чуть позже, чем у мотороллера. Вот думаю, что мне еще хочется. Эту, да, пузатую вятку, пользуясь моментом. Вот, все, и у музея Вятского госуниверситета нету мотороллера. Есть электрон, есть ВП-150М, а вот самого первого нету. Самый первый поэтому нет. Вдруг у кого-то где-то стоит в сарае. Мы купим или лучше всего примем в дар. Ну, можем купить. Можно, если телефон сложно запомнить, то звонить на «Эхо Москвы» Сметанину, а он уже передаст мне. Вдруг у кого-то действительно на мотороллер стоит, к тому же он будет участвовать на парадах. И еще у нас сейчас с сентября в нашем инженериуме будет открываться выставка местного отделения Союза дизайнеров. На Преображенской. Это да. Все, что разрабатывалось, и поэтому я хочу сделать выставку нашего технодизайна и обязательно поставить мотороллер «Вятку», один из самых брендовых. Так что вот рассчитываю на помощь наших слушателей. А известна цифра, с каким тиражом, кстати, «Вятка» мотороллер разошлась? Где-то это огромное количество. 350 по одним подсчетам, а кто-то и больше насчитывал. Тысяч. Произведено, да, тысяч. Было. Там и 100-тысячные отмечали в полянах. Вот это экземпляр есть в музее Ревечес. Конечно, сейчас собрать в полном оригинале довольно сложно. Вот, позиция – это багажник, такой откидывающийся перед передним лесом сверху, вот еще чего-то. Ну вот, а потом поляны еще пытались. Вот кто-то, может, помнит такое название «Стриж». Да, прошли времена конверсионные, дело, да. Это был конец 90-х, снова там оружие вроде стало меньше интересовать, вот надо было. И почему-то вот они предприняли такой шаг, то есть снова вернулись к мотороллерам. А, слово, вот все оборудование, все станки и часть запчастей и готовые двигатели были отправлены в Узбекистан. То есть поначалу это не просто закрыли, а вроде бы тогда Госплан, что-то такое, и они захотели вот, ну, из полян перевести производство узбеков. И вот им туда отправили, они говорят, в эту пустыню где-то сгрузили с платформ, и так все вот эти станки по производству там узлов, все двигатели, и все в Узбекистане, они, видимо, это, песком замело, и в барханы превратились. Что, и что с ними произошло дальше. Там, да, и, видимо, не стали они это делать. А вот в 99-м году вернулись снова к мотороллерам, но зачем-то они купили двигатель 58-го года, двигатель фирмы «Зимсон», который немцы разрабатывали вот почти тогда же, когда мотороллер «Вятка». Вот сделали не скутер, не мотороллер. То есть мотороллер, он имеет принудительное охлаждение двигателя, а тут без вентилятора. И сделали вот такую нелепую, но забавную вещь под названием «Мини-мотороллер «Стриж». Вот в том году я купил, еще даже не делал. И это была последняя попытка, они где-то не пошли. А тем не менее, сейчас вот если бы мотороллеры у нас сделали, и если бы хотя бы завод купил бы хорошую лицензию рейс, это были бы свои бы скутеры. Но это уже другая эпоха. Вот ушли советские мотороллеры, пришли пластмассовые скутеры, но мы помним, и на любом параде всегда внимание. И то, что отметили нынче, это было здорово. 60-летие мотороллера, не стоит забывать об этой дате. Вот, надеюсь, что было приятно очень многим нашим слушателям повспоминать, поностальгировать такой славной страницы истории нашего региона. Да, ведь... Ой, не успели еще про Тульский мотороллер рассказать. Хорошо, обязательно посвятим эту программу. Да. Спасибо большое, Евгений Петунин, историк, краевед, руководитель музея Вятского госуниверситета. Всего доброго. До встречи. Всего хорошего. Мотороллер «Вятка» forever. Сделано в Вятке.